Всем привет! А сегодня здесь летний горнолыжник в фан-парке Бобровый Луг. Ежегодно два раза в год проводится здесь катание на лыжах. Костюмированный карнавал. Сегодня спуск будет вот с такой небольшой горки. Буквально через несколько минут сюда придут участники, и здесь все начнется. Я спать меня
долго думали, как после этого выходить на сцену. Давайте девчонкам поаплодируем, друзья. Федерация КПВ Костоярского края. Ну что ж, у нас уже заряжен бобер. По традиции, это первый участник, который вне конкурса спускается сюда. С этой лучше, да? Если кто-то думает до сих пор, как выглядит директор фан-парка «Бобровый лог», вот, посмотрите. Ну, вот сюда пойди. Своем пришел. Ну что ж, после обратного отсчета мы, как обычно, с вами начнем наши веселые старты. И давайте, друзья, все вместе, как мы обычно это делаем, с 9 до 1 посчитаем. Итак, давайте. 1, 2, 3, 9, 8, 6, 4, 2. Бобер пошел! Пошел! Бобер, друзья, под ваши аплодисменты мы начинаем, когда уже. Хорошо пошел бобер! Начались самые мокрые соревнования этого лета! Ну что ж, мы увидели дымовое шоу, на которое потрачено более 6 миллиардов долларов. Это очень дорогая шашка, она принадлежала самому Чапаеву. Мы продолжаем конкурсной уже программой. Друзья, мы напомним, что вы можете отправить смс-ку за понравившегося участника на номер 9020 в начале смс-сообщения слова «фан-парк», «пробел» и номер участника. И сейчас мы рады представить участника под номером 1. Участник под номером 1 – это целая команда, которая называется «Нотр-Дам-де-Пари, не гори, не гори». Ожегов Владимир, Горгулья, Богданова Екатерина, Эсмеральда и Гусева Валерия, Квазимода. Это причем их реальные фамилии. Конечно. Итак, можете подпевать. Очень долгая подготовка. Озарил мою больную душу. Нет. Твой покой я. Через полчаса ребята спустятся, мы уверены. Нет. Полночный бред терзает сердце мне опять. О, вы посмотрите, это невероятное фаер-шоу. Нотр-Дам загорелся. Мой тяжкий крест, уродство, вечная печаль. Замечательные гости. Давайте поаплодируем участникам номер 1. Команда «Нотр-Дам-де-Пари, не гори». Ну что ж, пока. Если, да, если вы обратите внимание, то вы можете увидеть, что у Горгульи костюм с вентиляцией. Если очень присмотреться. Горгулья демонстрирует всем свои вентиляционные отверстия. Мы движемся дальше. Итак, следующий участник – это Андрей. Андрей? Да. Это сам Андрей? Сысоев Андрей Владимирович и Сысоева Екатерина Андреевна. О, боги, мы должны быть благодарны судьбе за то, что он заявился. Название костюма «Марсипанцы». Название плавсредства «Марсипанцы». 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 Название плавсредства «Имповоз». «Иповоз», «Иповоз». Куча непонятных слов снабдили нас участники под номером 2. Сейчас мы посмотрим. Смотри, у них глаза на голове. А, это вот те самые клопы. Да. У них глаза на голове. Они посмотрели фильм «Расследование Навального». Хорошо идут шутки про Навального. Ой, вы посмотрите. Давайте попланируем участки под номером 2. Берите их за глаза. Ну что ж, наши доблестные спасатели помогают выбраться участникам из этой лужи, которая, я напомню, наполнена белым вином. Именно поэтому участники не спешат оттуда вылазить. Там мы увидим участника под номером 3. Участник под номером 3 – Павел. Это сам Павел. Это сам Павел. Боги, мы должны быть благодарны судьбе за то, что он заявился. Самодак Павел. Итак, друзья, образ «Утренний завтрак». Это то самое яйцо, помнишь? Да, я помню. Название плавсредства «Сковородочка». Смотрите, у Павла яйцо сморщилось.
Сковородочка! Утро холодное! Да-да, Павел залез в холодный бассейн и немножко уменьшился. Но мы движемся дальше. Участник под номером 4 у нас водружается на место спуска. Я, друзья, напоминаю, что вы уже можете отправить смс-ку на номер 9020. В начале сообщения слова «фанфар», далее пробел и номер понравившегося вам участника для того, чтобы вознаградить его призом зрительских симпатий. Мы движемся дальше. Участник под номером 4. Участник под номером 4. Кто же это? В костюме Зорро. Это Дима! Дима, боже! Это сам Дима! Мы даже благодарны Богом за то, что он заявился. Название костюма и образа Зорро. Название плавсредства «Верный друг». Вот и он, Иго-го. Спонсор Улан-Удэнский комбинат «Конящих консерв». «Конящих комбинат». Участник под номером 4 скатился в лужу. Мы движемся дальше. У нас на очереди участник под номером 5. Погоди, пока не спускайся. Мы должны выпикнуть твое имя и сказать, что мы благодарны богам. А следующий участник под номером 5 – землянский Арсений Владиславович. Арсений, тот самый, господи, мы благодарны богам за то, что он заявился. Название костюма и образа «Ну, погоди».